Здравствуйте, наши любимые телезрители! С вами телеканал Shop & Show и наша любимая рубрика «Украшения». Меня зовут Ольга. А меня зовут Юлиана. Оля, я очень рада тебя видеть. Спасибо за то, что мы снова вместе. Давай поспешим представить наш первый лот. И это великолепные серьги Грасс. Эти серьги напоминают мне королевские украшения. Да, действительно, Оль, ты абсолютно права. Здесь есть что-то особенное, элитарное. Я бы сказала, даже фешенебельное. Посмотрите, пожалуйста, на этот особый подвижный дизайн. Смотрите, здесь на гвоздике держится то самое чудо, которое будет визуально даже подсвечивать зону вашего декольте и зону вашего лица. Здесь мы имеем дело с высококлассными, чистейшими фианитами, которые источают буквально невероятный блеск. Ты знаешь, мне напоминают эти серьги-снежинки, это зимние серьги, которые так актуальны под Новый год, да, это как кристаллики льда. Почувствуйте себя королевой на новогоднем балу, дорогие наши телезрители. Да, мне очень нравится всегда растительный дизайн, вот подобные растительные орнаменты, они всегда очень классно смотрятся. Но, если честно, не каждый дизайнер, не каждый мастер вообще может работать с такими текстурами, но вот все-таки нашим поставщикам это удается, причем так мастерски и так качественно. Очень красивые серьги, и я не удержалась и все же примерила их. Вы только посмотрите, как замечательно они смотрятся на ушки. Причем здесь, то позже Юлиана нам расскажет, потрясающий замочек, который не передавливает мочку моего уха. Смотрится великолепно. Вот такая великолепная снежинка свисает с моей мочки уха. Ну да, либо снежинка, либо цветочек. Я скажу честно, здесь угадываю тот самый популярный растительный орнамент, когда дизайнеры пытаются из латуни сделать цветок, и им это мастерски удается. Напоминаю о том, что здесь золото 750-й пробы нанесено гальваническим методом. Это же как сложно на латунь наносить золото, причем в толщину, представляете, 1 микрон оно составляет. Не забывайте, пожалуйста, о том, что такие сережки – это не обычная бижутерия, они никогда не вызовут у вас аллергии. Вы можете с утра нарядиться, надеть на себя сережки Грасс, и вплоть до самого вечера вы не узнаете, что такое раздраженная мочка уха. Это тот самый оптимальный вариант аксессуара, который будет замечательно дополнять ваш женственный образ и вечерний, и повседневный. Вы только посмотрите. Эта снежинка в буквальном смысле слова тает в ваших руках, в руках Юлианочки. Ой, просто фантастика. Мне нравится вот такое великолепие держать в руках. Хочу заметить о типе огранки. Это огранка маркиз. 300 тысяч лет назад впервые стали так гранить. Между прочим, бриллианты, но в нашем случае мы имеем дело с фианитами. Но они очень здорово имитируют дорогостоящие бриллианты. И на качестве это никак не отражается. Мне кажется, только профессионал при наличии специального оборудования в специальном помещении сможет вот наши фианиты декоративные отличить от бриллиантов. Такое сияние превосходное. Давай развернем нашу серьгу и посмотрим, что же внутри. Открытый каст, я так и знала. Именно за счет вот этого открытого каста максимальное проникновение света и невероятное сияние. Да, действительно, Оля, я с тобой соглашусь. Вот качественную вещь, как отличить от какой-то дешевки, непрезентабельной. Вот всегда посмотрите на то, что не видно первоначально взгляду. Посмотрите на заднюю сторону, и вы всегда убедитесь в том, что в нашем случае, разумеется, это элитная вещь, где все продумано до последней детали. Обожаю иметь дело с вот такими декоративными фианитами, которые огранены просто и отполированы до зеркального блеска. Юлиана, давай расскажем про замок. Да, замок здесь гвоздик. Вот посмотрите, пожалуйста, чтобы вы понимали, хочу вам продемонстрировать. Вот тот самый гвоздик, который будет максимально комфортно помещаться на зону вашей ушки. И вы всегда можете регулировать упор, нажатие. Если у вас достаточно сочная мочка уха, то я рекомендую вот этот наконечник сильно не придавливать к себе, и вам будет комфортно. Ну и, конечно же, у вас ни в коем случае не возникнет никакой аллергии. А все это потому, что здесь необыкновенно напыление. Напыление, да, здесь из настоящего гальваническое золота. Напыление. Я еще раз хочу объяснить. Здесь на латунную структуру этих сережек наносилось золото в процессе электролиза. Вот эту сережку буквально, чтобы вы понимали, искупали в золоте под воздействием электрического тока. Это прекрасный подарок на Новый год. Восхитительные серьги. Не менее восхитительна цена. Почувствуйте себя королевой. Цена премьеры 1150 рублей.
Такая цена будет действовать на нашем телеканале только в течение нескольких дней. Торопитесь, посмотрите, какая красота может стать вашей. Не переключайтесь, все самое интересное впереди. Оставайтесь с нами.